Сегодня специально видео записываю себя, да, какая я в данный момент сейчас нахожусь. Вот, вешалась я, вешу 96 килограмм, это почти 100. Прирост 1,63 м. Вот, как я выгляжу сейчас в данный момент. В голом виде я уже сфотографировалась, сейчас в одежде. С 15 числа начинается ПП, нашли очень хороший канал с Дмитрием. Вообще молодец такой, зашли к нему на аккаунт, ну, в телеграм-канале. Очень мне понравилось, как он ведет вообще свой телеграм-канал. Вот, это будет видео для ТикТока, видео для Ютуба. И, короче, везде. Почему я поняла, почему я пошла на ПП? Хотя мы это все уже проходили, и худели, и так далее, и так далее. Все виды... Я поняла, что я просто сейчас скучаю. Зима наступила, не знаем, чем заняться. Вот это уже делать неохота. Заниматься строительством уже неохота. И мы, как бы, свое внимание отправили на свое, как говорится... Ну, появился интерес. И самое главное, желание. Все зависит от моего желания. Потому что вот целый год, я считаю, плюнула на себя. Не было никакого желания. Было такое, знаешь, такой пофигизм и лень такая была. И вот сейчас, слава Богу, я вот вообще благодарна, что у меня появилось желание заняться вот этим, этой темой. И все внимание направить на себя. Короче, заняться собой. Вот. Вот, пожалуйста. Сейчас надо еще сфотографироваться. И все.